Сегодня у нас последняя лекция из цикла про масштабы времен. Сегодня мы спустимся в зепто и йокта секунды. Вот. И, Игорь, пожалуйста, вам слово. Окей, спасибо. Да, мы сейчас перейдем, спустимся до самых кратковременных событий, которые вообще человек может измерять экспериментально. Поговорим про зепто и йокта секунды, про явления, которые происходят на этих масштабах. Вот. Ну, зепто – это 10⁻², йокта – 10⁻². И явления, которые вообще могут длиться в такие короткие времена, они относятся к ядерной физике или даже к отдельным элементарным частицам. Ну, давайте перед тем, как переходить к конкретным явлениям, поговорим про типичные масштабы. Самая простая оценка – это взять типичную скорость движения нуклонов, скажем, или элементарных частиц, взять типичное расстояние, которое проходят ядра во время реакции, да, и поделить одно на другое. Вот. Значит, нуклоны в ядре они движутся не со скоростью света, а примерно в 10 раз меньше. Вот это можно оценить, зная типичную энергию связи нуклонов в ядре или типичные энергии ядер при их столкновении друг с другом, когда мы хотим синтезировать тяжелые ядра. Вот, если взять эту скорость и типичный размер ядра в несколько фемтометров, то получается характерное ядерное время 10⁻², ну или 1/10 зептосекунды. Вот можно воспринимать вот эту десятую зептосекунды как такой мельчайший шаг ядерных реакций. И если у вас есть явление, которое происходит существенно дольше, чем десятые доли зептосекунды, то есть уже основания считать, что там происходит какой-то эффект, скажем, образуется какое-нибудь промежуточное нестабильное ядро. Если же у вас просто меньше десятой зептосекунды происходит, то у вас просто пролетают друг мимо друга нуклоны, ничего толком там не образуется. Вот для примера я здесь привел такую реакцию, в которой рождается некоторое состояние, которое, на самом деле, даже еще по поводу которого даже консенсуса нет, считать его прямо независимым состоянием или нет, под названием тетранейтрон. То есть состояние из 4 нейтронов, которое, конечно, очень нестабильное, оно быстро распадается, вот, но есть основания считать, что это какое-то такое короткоживущее все-таки промежуточное состояние, а не просто 4 нейтрона тупо родились и улетели. И время жизни таких состояний, очень короткоживущих, оценивается по их ширине. Вот мы все знаем, значит, связь между шириной нестабильного резонанса и временем жизни. Вот если взять постоянную Планка, выразить ее в фемтосекундах на электрон-вольты, то видно, что ширины порядка кевов отвечают аттосекундам, 10⁻¹, ширины порядка мевов – зептосекундам, порядка гевов – йоктосекундам. Вот. У тетранейтрона, исходя из такой реакции по обмену там, нейтронами, вот, по рождению ядра бериллия-8, который распадается на две альфа-частицы, виден пик, и в этом пике есть типичная ширина пика, там, 2-3 мэва. Откуда можно извлечь время жизни этого тетранейтронного состояния в несколько десятых долей зептосекунды. Здесь, на самом деле, некоторые экспериментальные результаты противоречат друг другу, поэтому окончательного такого вердикта еще нет. Вот. Но уже кто-то говорит про такое состояние. В общем, зептосекунд, десятая доля зептосекунд – это время для самых нестабильных ядер. Время жизни самых нестабильных ядер. А вот давайте посмотрим, какие вообще бывают варианты, скажем, у легких ядер. Вот возьмем гелий. Да? У него, кроме стандартных стабильных изотопов, гелий-3, гелий-4, есть еще и много нестабильных нейтронно-избыточных ядер. И у них время жизни очень разнообразное. Вот взгляните на эту таблицу, да, здесь есть гелий 5, 6, 7 и вплоть до десятки. У некоторых время жизни порядка зептосекунд, а у двух ядер гелий 6 и гелий 8 порядка десятых долей секунды. Видите, какая огромная разница, да? Но, тем не менее, даже про такие ядра, которые живут там порядка зептосекунды, люди, в принципе, вполне нормально разговаривают, могут их изучать. Разумеется, их не получают, как бы и не выделяют отдельно, потому что они быстроживущие, краткоживущие, но и их видят в виде резонансов разной степени широты или узкости. По поводу этих ядер еще забавно что сказать. Вот такие сильно нейтронно-избыточные ядра, они, многие из них, они обладают нейтронным галло.
То есть, как у здесь на картинке нарисовано, есть некий костяк, компактная альфа-частица, скажем, у гелия-6, да, а два нейтрона, они крутятся относительно этого ядра, относительно костяка, на некотором расстоянии чуть-чуть подальше, чем типичное расстояние, скажем, между нуклонами. Вот. Это нейтронная гало вполне изучается экспериментально. Это можно определить, изучая типичное там, среднеквадратичное расстояние до центра протонов и всех нуклонов, вот, так называемый протонный радиус ядер или материальный радиус ядер. И для гелия-6 он достаточно хорошо различается, для гелия-8 еще сильнее различается. Для обычных ядер, типа гелия-4, они практически совпадают. Разные радиусы ядер измеряются сильно разными методами, и там, если уж в глубину вкопаться, там вообще совершенно восхитительные эксперименты ставятся по тому, как там распределены протоны внутри ядра или нейтроны внутри ядра. Я подробно про это говорить не буду, просто вот здесь ссылочка есть на одну мою научно-популярную новость, где я очень подробно рассказывал про оптические методы изучения распределения протонов в ядре на примере гелия-8 и гелия-6. Если взять тяжелые ядра, скажем, какой-нибудь уран, да, у урана тоже огромное количество изотопов, несколько десятков, с разным временем жизни. Мы знаем такие долгоживущие изотопы, 235-238, да, но у него есть и короткоживущие изотопы, причем распадаться они могут по совершенно разным каналам. Есть в том числе и ядерные изомеры. То есть это варианты тех же самых изотопов, которые находятся в возбужденном состоянии, но в силу каких-то причин они не моментально разваливаются, а тоже живут определенное время. Скажем, здесь вот я привожу уран-218, это вообще протонно-избыточное ядро, которое живет там полмиллисекунды, вот. Но у него есть даже еще более долгоживущее состояние с изомером, в котором спин ядра составляет 8 единиц, да, не 0, а 8. Из-за того, что это ядро с очень высоким спином, у него другая форма, и ему как бы за счет гаммы распада он, конечно, распадается потом на основное состояние или на что-нибудь там другое, но главное, что из-за высокого спина этот распад происходит тоже не моментально. Вот. В общем, в принципе, есть, конечно, и другие изотопы урана, просто они экспериментально уже с трудом изучаются, не измеряются. Видите, здесь речь идет про милли-микросекунды. Да? Наверняка есть еще более протоноизбыточные или там нейтронодефицитные ядра, которые живут еще меньше. Просто для тяжелых ядер это изучать намного сложнее. Видите, здесь никаких зептосекунд не видно. Вот. Потому что тяжелые ядра изучаются иным способом. Вот здесь слева я такую привел инфографику. На самом деле это интерактивная масштабная линейка, которая находится вот по этому адресу на сайте elementy.ru. Вот. Она интерактивная, это такая шкала, которую можно сдвигать туда-сюда, вот, заглядывать внутрь каждого диапазона. И когда вот вы раздвигаете, все эти точечки, они там перепрыгивают. Вот. Это очень удобная для иллюстрации такой подход, который позволяет вам сразу окинуть единым взглядом широкий диапазон, если у вас есть какое-то явление, которое протекает на разных масштабах. Вот, кстати, забегая вперед, то, что через неделю мы будем говорить, может быть, стоит подумать насчет того, чтобы такие красивые интерактивные онлайн-приложения подготовить для широкой публики, да, так, чтобы публика могла потом встраивать и в свои веб-сайты. И это было бы очень красиво и для тех веб-сайтов, которые ставят, и для публики интересно. Ну, а с точки зрения OEI это было бы хорошо, потому что это как бы продукт, который создал OEI. Вот, можно логотип ставить сюда, рекламировать, вот. Но это мы поговорим еще на следующей неделе. Окей, значит, дальше. Если мы рождаем тяжелое ядро, то обычно эти эксперименты по синтезу происходят как? Вот у нас есть какое-то ядро-мишень, обычно тяжелое, по нему пуляют на не слишком большой скорости такое промежуточное ядро, да, пучок промежуточных ядер, и вот в какой-то момент они сталкиваются, сливаются, а потом с ними что-то происходит. Вот ядро, которое получается в момент слияния, ну, конечно, про это могут вам очень много рассказывать специалисты из лаборатории ядерных реакций. Я тут совсем не эксперт. Вот. Но все равно базовые вещи я как бы скажу. Вот ядро, которое при этом получается, при этом слиянии, оно, конечно, очень горячее. Даже если вы посчитаете количество протонов-нейтронов, это не означает, что это ядро представляет из себя тот изотоп в таблице изотопов. Это очень горячее ядро, которое может на самом деле тут же расвалиться или испариться, или как-то сбросить энергию. Вот.
Тем не менее, если эта реакция занимает время хотя бы зептосекунду, то можно уже говорить о формировании промежуточного компаунд-ядра, ну или составного ядра. А дальше его эволюция зависит уже от деталей взаимодействия. Конечно, тяжелые ядра, они в принципе нестабильны. То есть они могут развалиться на более энергетически выгодные конфигурации из меньших ядер. Вот. Но они не разваливаются моментально, потому что там есть потенциальный барьер, который им надо преодолеть. И этот потенциальный барьер может быть достаточно высоким, либо широким, либо обойти его достаточно сложно. Потому что все-таки параметров там, ну, при эволюции ядра параметров много. Вот. И теоретически рассчитывать это непросто, экспериментально изучать это непросто. И именно поэтому вот вокруг этих проблем и фактически развивается направление вот сверхтяжелых ядер, синтеза сверхтяжелых ядер. Тем не менее, если мы хотим изучить поведение этих ядер, нам нужно как-то экспериментально исследовать ядра, живущие зептосекунды, сотни зептосекунд, там, может быть, аттосекунды. Вот. То есть попытаться как-то заглянуть вглубь аттосекунды. И вот кажется, что экспериментальных методов, которые могли бы позволить заглянуть там, вглубь аттосекунды, не так много, но они есть, и они очень симпатичны. Вот я вам расскажу сейчас про метод, может быть, вы его знаете. Один из методов, который позволяет выяснить, живет ли вот это компаунд-ядро хотя бы аттосекунду или живет меньше. Метод очень симпатичный. Вот представьте себе кристалл. В кристалле есть кристаллические, кристаллографические плоскости. Вот там сидит ядро тяжелое, ждет своего, там, свою мишень, пучок. Да? И вот попадает какое-то ядро из пучка, сталкивается с этим ядром мишени, и на мгновение они формируют вот это компаунд-ядро. По закону сохранения импульса это все дело летит вперед, чуть медленнее, чем исходное ядро, но все равно летит вперед, и через некоторое время распадается. И оказывается, есть большая разница, распадается оно прямо тут же, или оно успело пролететь хотя бы расстояние до середины следующей кристаллографической плоскости. Дело в том, что когда оно распадается на дочерние ядра. Эти ядра заряженные, вот, они вовсе не уносят с собой сразу все электроны. И поэтому оно отклоняется в поле ядер другой кристаллографической плоскости, в поле ядер, которые и так находятся в кристалле. Если этот распад происходит почти сразу после рождения, то тогда продукт распада, пытаясь вылететь случайно вдоль кристаллографической плоскости, не может это сделать из-за отталкивания и отклоняется. То есть в направлении вперед вдоль кристаллографической плоскости будет провал в угловом распределении дочерних ядер в том случае, когда распад у вас происходит быстро. Но если у вас ядро успело пролететь существенную дистанцию, скажем, половину расстояния до кристаллографической плоскости, то в момент распада направление вперед, направление вдоль плоскости, оно вполне разрешено. Пожалуйста, ядро может вылететь и лететь вперед. И никакого особого провала вперед, вот в направлении кристаллографической плоскости, видно не будет. То есть получается, что мы либо видим, либо не видим тень в угловом распределении дочерних ядер при таком распаде. И глубина этой тени зависит от времени жизни компаунд-ядра. Вот можно подставить типичные оценки. При скорости 1/10 даже скорости света и времени жизни 1/10 аттосекунды у вас дистанция до распада составит всего лишь там 0,03 ангстрема. То есть вы не улетите далеко. И здесь тень будет хорошо видна. Но если время жизни уже в 10 раз больше, скажем, 1 аттосекунда, то отлетев на дистанцию 1/3 ангстрема, вы фактически уже попадаете в пространство между кристаллографическими плоскостями. Вот. И там уже тень будет гораздо более слабая. Вот пример работы 2008 года, где на основании этого метода было заключено, что элементы с номером 120 и 124, которые, конечно, нестабильные, которые очень нейтронодефицитные, но тем не менее, они рождаются и живут порядка аттосекунды. Вовсе не зептосекунды, а аттосекунды. В этих экспериментах мишень из урана облучалась там разными пучками, германием, там, никелем и так далее. И при определенных комбинациях люди видели тень действительно вдоль кристаллографических плоскостей. Вот здесь слева показан рисунок. Пунктиром показаны ожидания
для такого распределения, когда время жизни компаунд ядра составляет хотя бы одну атосекунду, сплошной линией, когда существенно меньше атосекунды. Ну, то есть считаем моментально, да? И видно, что экспериментальные данные, они не опускаются так глубоко, да, как предсказывалось бы при моментальном развале, а вот живут какое-то время. Вот. И отсюда был сделан вывод о том, что у ядер 120-124 есть некоторая такая склонность жить чуть подольше, чем прямая реакция. Конечно, для химии, для вот задачи поиска там, вот этого острова стабильности, это еще пока не решение. Все-таки, ну какая нам разница, живет он аттосекунду или зептосекунду. Но мы всегда понимаем, что вообще это очень нейтронно-дефицитные ядра, потому что другие мы не можем создавать этим методом. И если каким-то способом какая-то теория подтвердится вот на таких экспериментах, она покажет некоторую избыточную жизнеспособность этих ядер, то тогда следует ожидать, что уже при достаточном количестве нейтронов ядра будут еще более жизнеспособны, и, может быть, даже на них уже можно делать какую-то химию. Вот для этого такие эксперименты проводятся, чтобы косвенно заглянуть на остров стабильности, не синтезировать те ядра. Вот. Так что, может быть, рано или поздно мы 120-й и даже 124-й откроем. На самом деле здесь тоже как бы окончательного слова еще не сказано, потому что несколько лет назад выяснилось, что есть два класса экспериментов, которые сильно противоречат друг другу, что касательно вот этого ядра с зарядом 120. Эти методы, их условно можно разделить на атомные, то есть тогда, когда речь идет про движение сквозь атомную решетку, кристаллографическую решетку, вот как, например, метод теней. А есть другие методы, которые чисто ядерные. Вот. И оказывается, в этих двух группах методов возникают измерения, результаты, которые сильно расходятся друг с другом. То есть атомные методы типа метода теней или типа захвата электрона на первую, на К-оболочку вот этого компаунд-ядра, они показывают времена существенно больше аттосекунды, а ядерные методы показывают всего лишь там десяток зептосекунд, то есть в 100 раз меньше. По этому поводу есть публикации. Насколько я понимаю, окончательного разрешения этого парадокса, этой проблемы сейчас нет. Это открытый вопрос вот этой области физики. Ну, вот просто для примера, как люди спорят о том, зепто там секунда или атто секунда. Теперь по поводу элементарных частиц немножко поговорим. Здесь, ну, элементарные частицы обычно все-таки движутся со скоростями уже близкими к скорости света. Поэтому здесь тоже можно некоторое опорное число посчитать, некоторое типичное время, такая тактовая частота жизни элементарных частиц. Ну, условно, это один фемтометр, да, размер протона, поделить на скорость света. Вот, и эта величина – это 3 йоктосекунды. Да, 3 на 10 минус 24 секунды. Вот все, что быстрее йоктосекунд, это уже относится не к даже резонансам адронным, а там, к очень тяжелым частицам. Опять же, воспользовавшись соотношением неопределенности между энергией и импульсом, то есть можно пересчитать ширину во время, и вот если у вас есть какой-нибудь резонанс с шириной 66 МЭФ, то ему соответствует время жизни 10 йоктосекунд. И это типичное время жизни разных легких резонансов, там РО и так далее, так далее. А на самом деле эти резонансы не самые быстроживущие частицы. Наименьшее время жизни из известных частиц есть у Z-бозона. У него ширина 2,5 ГЭВа, и отсюда можно посчитать время жизни примерно четверти йоктосекунды. Это самое, пожалуй, короткое время, которое мы можем реально измерить экспериментально. Забавно, что Хиггсовский бозон, да, вот, казалось бы, он тоже тяжелый, но он в силу разных причин живет существенно больше, потому что у него ширина маленькая, вот, он живет 150 йоктосекунд. Вот. И если мы, ну, в эксперименте на Большом адронном коллайдере, мы же ищем новые частицы, тяжелые частицы, вот. И если такие частицы есть, то они могут появляться в виде такого пика в резонансе. Вот. Но если этот резонанс очень, очень широкий, то, может быть, мы его даже и не заметим. И поэтому можно, просто исходя из того факта, что мы не видим таких узких резонансов, сказать, что даже если гипотетические частицы есть, скажем, с массой порядка тева, вот, то их ширина должна быть тоже настолько большой, что мы их просто не отличим, не заметим. Ну и можно примерно прикинуть, то есть, что 660 ГЭФ, скажем, ширина 660 ГЭФ отвечала бы времени жизни 10 минус 27 секунды.
Вот если мы откроем частицу такую широкую, то тогда вот фактически мы сразу по шкале времен перепрыгнем на пару порядков и начнем измерять даже вот такие времена, для которых приставок дольных, кстати, и нету. Может быть, мы придумаем новую приставку. Я не знаю, какую там приставку люди придумают, но пока что это не требуется. Да, вот эта инфографика, это тоже на самом деле две части масштабной линейки про время жизни элементарных частиц. Вот я здесь, поскольку она длинная, по ней можно ходить туда-сюда и раздвигать, я здесь привел в виде двух снапшотов. Вот, на очень коротких временах, вот они, эти частицы, которые обычно живут очень мало, и на временах побольше, там от фемтосекунд до пикосекунд и наносекунд. Да? И здесь прямо видно визуально, как группируются частицы по разным диапазонам, и это, естественно, зависит от их кваркового состава. То есть вот эти вот все распады, которые требуют фемтосекунды, пикосекунды, наносекунды, это слабые распады. Вот то, что до этого было, я сейчас вернусь обратно, до этого все было, это не слабые распады, это либо электромагнитные распады, либо сильные распады. Конечно же, красненьким здесь отдельно отмечено, это электрослабые распады, но это как бы они уже не считаются слабыми, они просто получаются как бы из электрослабой теории. Они не подавлены никак. Вот. А слабые распады, они подавлены в том числе и массами кварков по отношению к массе, массам частиц-переносчиков слабого взаимодействия, так и за счет малых вот этих углов смешивания между поколениями кварков. Окей, значит, это такой общий обзор. Давайте сейчас заглянем в одно конкретное явление, пожалуй, самое интересное явление, которое, в принципе, может происходить на йоктосекундном масштабе времен. Это столкновение ультрарелятивистских тяжелых ядер. Наверняка вы слышали неоднократно, я думаю, не одну сотню раз популярные лекции про то, что происходит с ядрами, когда их на большой энергии сталкивают друг с другом. Да? Вот они типа ультрарелятивистские, поэтому сплющиваются в лепешки такие, и при столкновении рождается горячая кварк-глионная плазма, которая дальше остывает, превращается в адроны, эти адроны толпами разлетаются во все стороны, и их детектирует детектор. И мы типа узнаем, какие были условия во Вселенной в первые мгновения после Большого взрыва. Собственно, Ника тоже будет участвовать в такого типа экспериментах. Это стандартная картинка, но на самом деле для нас, физиков, здесь есть много интересного. То есть можно копнуть немножко глубже, чем то, что мы рассказываем публике. Давайте я поговорю про это и начну я с того, как вообще себе представлять ультрарелятивистскую составную частицу. Например, протон. Вот смотрите, протон состоит из трех кварков, но такая картинка, она адекватна только в системе покоя или когда он не релятивистский. Если же у нас ультрарелятивистский протон, то надо на него, ну, его описывать в других терминах. Он, ультрарелятивистский протон, состоит из большого числа партонов, то есть отдельных кварков, антикварков и глионов, которые на время как бы рождаются, потом исчезают, но пока они народились, они как бы тоже несут импульс и энергию этого ультрарелятивистского протона. И чем больше энергия протона, тем больше доля вот этих народившихся вторичных частиц. Вот это что забавно здесь, понимаете, если у вас есть протон, который летит с очень большой энергией, или протон, который неподвижен, то это не разные физические объекты. Это один и тот же физический объект, на который мы смотрим из разных систем отсчета. То есть получается утверждение, которое поначалу может показаться поразительным, на самом деле это неизбежный вывод квантовой теории поля. Там вопрос был, да? Не, меня слышно нормально, да? Да, нормально. Спасибо. Угу. Вывод, который неизбежно следует с квантовой теории поля, что состав составной частицы зависит от системы отсчета, то есть зависит от того, как мы рассматриваем эту составную частицу. В системе покоя у нас есть не просто три кварка, а кварки, соединенные силами, скажем, ну вот глионы перескакивают. Но это, конечно, не совсем глионы, это не пертурбативные глионы, это некоторая такая конфигурация вакуума. Вот. Но тем не менее, сдерживаются друг с другом кварки за счет некоторого силового поля. И мы не говорим, что протон состоит из этого силового поля. Мы говорим, что он состоит из трех кварков, между которыми есть некоторое поле. А дальше, когда мы делаем буст, то есть переходим в другую систему отсчета, вот то, что мы раньше воспринимали как просто связывающее поле, приобретает не то, что реальность некую,
оно скорее попадает в такую кинематическую конфигурацию, вот эти вот промежуточные частицы, что мы имеем право воспринимать их как сопутствующие частицы. То есть как будто бы у нас вот летят три кварка, и в процессе этого они излучают на долгое уже время глюон. Глюон может расщепиться еще на глюоны, те могут расщепиться на кварк-глюонные, ой, на кварк-антикварковые пары, и вот эта вся мешанина вместе летит вперед и представляет из себя ультрарелятивистский протон. Вот что самое важное, что если у вас протон имеет большущую энергию, намного больше, чем масса протона, то в нем есть целое распределение глюонов и кварк-антикварковых пар. В том числе глюоны есть достаточно мягкие, с энергиями вплоть до обратного радиуса протона. И они как бы есть, потому что мы, переходя в другую систему отсчета, придали реальность тем глюонам, которые раньше считались просто виртуальными, связывающими кварки друг с другом. Если такая ситуация, то тогда в процессе столкновения высокоэнергетичных частиц у нас в зависимости от системы отсчета может меняться то, что мы относим к первой частице, что ко второй частице, а что к взаимодействию между частицами. Вот здесь я условно нарисовал один и тот же процесс в трех разных системах отсчета. Это столкновение двух протонов чисто за счет сильных взаимодействий. На первой картинке второй протон у меня стоит, а первый налетает. В последней картинке первый протон стоит, второй налетает. А в средней картинке у меня они как бы налетают друг на друга. Я еще раз повторю, это один и тот же процесс, просто мы его рассматриваем в разных системах отсчета. И вот если в одной системе отсчета мы говорим, окей, протон, значит, распух, в нем народилось много глюонов, всяких вторичных частиц, и потом, долетая до второго протона, они с ним сталкиваются. Видите, то есть мы считаем, что вот эти вот глюоны, они как бы принадлежат еще к первому протону. То уже в последней картинке, наоборот, они все принадлежат второму протону, а к первому вообще ничего не принадлежит. А в промежуточной картинке мы говорим, окей, сколько-то народилось глюонов у первого протона, у второго протона, а потом между ними произошло сложное такое глюонное взаимодействие, вот, и получилось силовое воздействие друг на друга. Видите, то есть вот сам по себе состав частицы и что относится к взаимодействию зависит от системы отсчета. Есть такие графики, которые вы неоднократно, я думаю, видели. Это протонные плотности в, например, ультрарелятивистском протоне. В зависимости от доли импульса, продольного импульса, которую несут протоны, настолько маленькие иксы могут быть только если энергия у вас большая. И в зависимости от масштаба Q², то есть это некий как бы поперечный масштаб импульса, на котором мы прощупываем протон. В зависимости от этого масштаба и от энергии, эти протонные плотности могут сильно отличаться. Вот при небольших энергиях все доминирует такими пиками здесь в районе 1/3. Это U-кварки и D-кварки, валентные кварки. Но когда энергия протонов большая, то тогда возникает и отрастает такой хвост в область малых иксов, причем глюоны возрастают очень быстро. Видите, здесь показаны не глюоны, а глюоны, поделенные на 10. То есть концентрация глюонов, на самом деле, при малых иксах огромная, и они возрастают очень быстро. И ясно уже, что если их так много, и они все помещаются внутрь протона, то значит, они как-то должны взаимодействовать друг с другом. Взаимодействовать не обязательно как бы динамически сталкиваться, да? Они просто могут интерферировать, накладываться друг на друга, компенсировать друг друга. Поэтому по мере роста энергии при определенном значении Q² у вас увеличивается концентрация глюонов до такой степени, что в какой-то момент они начинают накладываться друг на друга, рекомбинировать, и при дальнейшем повышении энергии у вас наступает насыщение. Вот есть некий масштаб. Для каждого значения Q² есть масштаб энергии, или для каждого значения икса есть масштаб по Q², когда у вас происходит насыщение глюонной плотности. Она выходит на некоторое равновесное значение. И теперь представьте себе, что у вас летит протон с очень большой энергией, в котором вы уже достигли этого насыщения. Раз энергия очень большая, гамма-фактор очень большой, то у него, он, во-первых, и сам сплюснут по длине, но, во-вторых, у него вся внутренняя динамика замедляется за счет лоренцовского замедления времени. Поэтому вся поперечная динамика внутри быстро движущегося протона, можно считать замерзшей. Вот. И вот это состояние вещества, точнее, состояние глюонного поля, состояние вообще протона с очень большой энергией,
в последние десятилетия называют конденсат цветового стекла. Что это все значит? Конденсат означает, что глионная плотность достигла некоторого насыщения. То есть она сконденсировалась. И дальше при увеличении энергии у вас она не нарастает, у вас она самоподобна становится. А цветового, ну потому что это относится к КХД, к квантовой хромодинамике, к цвету. А слово «стекло» – это как бы аналог обычного стеклообразного состояния твердого тела, когда с одной стороны у вас все как бы неподвижное, но неупорядоченное при этом. У вас нет никакой периодичности строгой, да? У вас порядка пространственного нет, у вас все хаотично. Но хаотично замерзши. Поэтому, когда у вас сталкиваются два протона друг с другом на очень больших энергиях, и тем более два ядра друг с другом, в ядрах же тоже эти глионные плотности все начинают перекрываться. Вот. Можно себе это представлять как столкновение двух конденсатов цветового стекла. И вот современная картина теоретического описания столкновения ультрарелятивистских ядер начинается с такого описания. Вот у вас есть два таких блинчика, которые из себя с точки зрения сильных взаимодействий представляют конденсат цветового стекла. В них есть хаотично ориентированные хромоэлектрические и хромомагнитные поля. Они не успевают никак сдвинуться, потому что вся внутренняя динамика на масштабе взаимодействия вымораживается, она очень медленная. Потом, после первого прохождения вот этих двух блинчиков друг сквозь друга, вовсе не следует думать, что у вас сразу же моментально возникает горячая фаза. Вовсе нет. У вас ничего не успевает поперечно сдвинуться. Это требование вот лоренцевского замедления времени, оно никуда не делось. То есть у вас два блинчика пролетают друг сквозь друга, их валентные кварковые поля остаются. Вот, но просто во время прохождения из-за рекомбинации хромоэлектрических, хромомагнитных полей у вас возникают нескомпенсированные цветовые заряды. Там и тут. И вот по мере того, как они отделяются друг от друга, эти два блинчика, между этими зарядами нескомпенсированными натягиваются силовые трубки продольных хромоэлектрических и хромомагнитных полей. Вот это необычное состояние. Раньше как бы не осознавали люди и в районе там, ну, 2000-х годов поняли, что должно получаться что-то такое. Вот это состояние Ларри Маклерн назвал глазмой. То есть это как бы глионная плазма, но это не плазма, это такое замороженное состояние продольных глионов. Это не физические глионы, которые туда-сюда снуют. Поперечной динамики в первые мгновения еще нет. Есть только вот продольные такие хромоэлектрические, хромомагнитные поля. А дальше эти трубки сильных, но тонких, концентрированных хромоэлектрических, хромомагнитных полей начинают расширяться. Они постепенно эволюционируют в состоянии глионов. Вот. Потом глионы тут же, сталкиваясь, порождают кварки и антикварки. И вот тогда получается кварк-глионная плазма. Вот. А потом уже эта кварк-глионная плазма остывает, расширяется, получается адронный газ. И вот давайте про время теперь посмотрим. Оценки показывают, что плазма, вот самое первое мгновение после столкновения, живет в течение нескольких йоктосекунд. То есть это типичное расстояние, это типичное время, за которое у вас вот эти два столкнувшихся объекта разделяются, ну, масштабом порядка фемтометра. Вот. За это время у вас успевает проэволюционировать существенным образом и сама вот эта трубка, каждая из этих цветовых трубок. Вот. А после нескольких йоктосекунд все, эти трубки развалились, они превратились в потоки, ну, мельтешащие глюоны, которые породили кварк-антикварковые пары, и это все внутри вот этих вот нескольких фемтометров, у вас за это время возникает кварк-глюонная плазма, которая дальше какое-то время живет. Вот ее время жизни. Ее время жизни зависит от температуры, пока температура не опустится ниже вот примерно там 250 мэвов. Вот. Это время порядка десятков йоктосекунд. Вот. А потом происходит адронизация. Вот адронизации требуется некоторое время на то, чтобы, ну, кварком и антикварком объединиться в адроны, вот, скомпенсировать поля, глионные поля между адронами, потом распасть те промежуточные резонансы, которые получились, так, чтобы у вас возникли долгоживущие адроны, разлетающиеся в разные стороны. Вот это вот все требует уже десятков, может быть, сотен йоктосекунд. Вот. Вот так вот протекает процесс, который мы можем действительно сейчас изучать в деталях, и занимает он йоктосекунды. Может возникнуть вопрос, как вообще такие быстрые процессы можно изучать, да?
То есть вот как мы изучаем глазму? Откуда вообще мы знаем, что там есть какое-то необычное состояние? Ну, методов несколько. Вот я просто один покажу пример, который достаточно хорошо известен и особенно был популярен там, после экспериментов на Рике и на LHC, первых экспериментах на LHC. Смотрите, эта экспериментальная сигнатура называется, ну, по-английски это Nearside Ridge, ну, то есть это горный хребет в некотором распределении. Давайте я поясню, что за распределение. Здесь показано распределение адронов, просто инклюзивное распределение адронов по быстроте, ну или псевдобыстроте, не принципиально, и по азимутальному углу фи. Что здесь изображено? Значит, если у вас рождается много, там сотни, даже тысячи адронов, они, конечно, летят в разные стороны, но они летят не изотропно. Вот здесь... Есть корреляция между адронами, да, здесь корреляция не показана, не просто, значит, инклюзивная, прошу прощения, а корреляция попарных адронов. Вот. Значит, есть, во-первых, корреляция адронов, которые летят в противоположные стороны, back-to-back по-английски, да. Значит, когда у вас два адрона летят в противоположные стороны, то у них противоположные быстроты и у них противоположные углы азимутальные. Ну, в смысле, азимутальные углы у них отличаются на пи. Вот этим адронам, вполне естественным парным адронам, которые разлетаются в противоположные стороны, отвечает вот этот дальний хребет по быстроте. Быстроты здесь могут быть всякие, а относительный азимутальный угол порядка пи, потому что эти частицы в противоположную сторону летят. Дальше. Есть частицы, которые летят примерно в одну сторону. Ну, вполне такое может быть. Скажем, у вас ромизон родился, который тут же распался на два пиона, и эти пионы летят примерно в одну сторону по быстроте и по азимутальному углу. Поэтому корреляция между ними показывает, что вот есть некий пик на относительной разнице быстроты азимутальных углов, стремящимся к нулю. Вот он пик. Ну, а кроме этого, есть еще ближний хребет. Вот он здесь показан. Этот ближний хребет отвечает частицам, которые вылетают примерно при одном азимутальном угле, но с сильно разными быстротами. Вот такие частицы за счет просто распада там ромизона, скажем, получиться не могут. Скажем, если у вас разница по быстроте очень большая, вот четверка, да, четверка – это много. То есть это частицы, которые исходно как будто бы относились к причинно несвязанным областям кварк-глионной плазмы. Они летят в разные стороны, но при этом почему-то у них есть корреляция по азимутальному углу. Как такое может быть? Ну вот, я вернусь на слайд назад. Считается, что, ну, одно из самых популярных и правдоподобных объяснений – это результаты развала вот этой трубки глазменной. Глазма, когда здесь натянулась, видите, она получилась исходно так, что она по углу как бы однородна, потому что поперечная динамика вся у нас, ну, не по углу однородна, извиняюсь, она по вот, горизонтали однородна, и, да, и она поэтому коррелирует у вас азимутальные углы слева и справа. Вот, она такая растягивается, растягивается, потом в какой-то момент она разваливается на там, адроны. И если в каком-то месте есть большее сгущение, то адроны, вылетающие отсюда и отсюда, которые не были причинно связаны в момент своего рождения, помнят все-таки об относительном, ну, об относительном угле, потому что они возникли из одного сгущения вот этой глазмы. Вот это один вариант, как вообще можно прощупать такое странное состояние вещества, которое возникает даже еще перед кварк-глионной плазмой. Ну, есть численные моделирования. Вот я взял картинки из совсем недавнего, из недавней диссертации одного товарища, Дэвида Мюллера. Там не только диссертация есть, у него есть несколько статей с такими же картинками. Вот, просто для того, чтобы увидеть, какого типа масштабы там исследуется. Речь идет про численное моделирование той самой глазмы, которая возникает сразу же после пересечения вот этих двух блинчиков ядер. Да? И вот посмотрите на масштабы. Самый первый момент, то есть здесь речь идет, видите, о времени 0,01 фемтометр на С. То есть это 0,03 йоктосекунды. О, как. И в первый момент у нас просто получаются какие-то хаотичные продольные трубки. Здесь нарисована поперечная плоскость. В поперечной плоскости у нас какие-то хаотичные такие клочкования. Да? В продольном направлении все однородно. А потом, когда эти трубки возникли, они начинают расширяться. Вот. Расширяются примерно со скоростью света. И через время уже 1/10 фемтометр на С, то есть 0,3 йоктосекунды,
у нас уже получается такая вот странная картинка. Ну, а потом эти трубки расширяющиеся начинают распадаться на отдельные глюоны, а потом они порождают кварк-глюонную плазму. И это все занимает вот порядка фемтометров на C или там порядка нескольких йоктосекунд. Вот я еще раз подчеркну, что в самый первый момент, когда только вот это состояние родилось с этими продольными трубками, это нельзя считать кварк-глюонной плазмой и вообще с какой-то средой, потому что в ней очень сильная анизотропия и поля ну, не выровнены. То есть там поля ну, хромоэлектрические, хромомагнитные, продольные. Вот. Это не глюоны, у которых в основном поперечные поля, это продольные такие продольная нестабильная конфигурация. Но потом, за время порядка 0,1 фемтометра на С, как видно на этом графике, да, нарастают поперечные хромомагнитные, хромоэлектрические поля, уменьшаются продольные, и постепенно все выравнивается. То есть вот здесь вот у нас уже есть фаза, когда поля всякие есть, но пока еще состояние поля как бы не изотропизировалось. То есть здесь у нас есть уже глюоны, но они еще не изотропизировались. Это проверяется, например, в том же численном моделировании, потому что люди могут посчитать поперечное давление и продольное давление, и они сильно разные. И вот для того, чтобы выровнялись эти два давления, поперечное и продольное, требуется подождать еще несколько йоктосекунд. Вот тогда уже у нас будет среда, которая будет более-менее изотропна, про нее можно уже, ей можно уже дать температуру какую-то, изучать ее состав, ну и это уже будет кварк-глюонная плазма в состоянии зарождения, которая дальше расширяется, остывает и распадается на адроны. Вот, я в этот раз даже паузы никакой не сделал вам, а просто на едином дыхании все рассказал, что знаю про, про эту область. Ну и последний слайд, что на временах меньше, чем 10⁻⁷ секунды, мы пока вообще ничего не знаем. Конечно, теоретики могут много что придумывать, суперсимметричные частицы вводить и так далее, но с точки зрения эксперимента это пока еще совершенно неизученная область. Ну и все, на этом я заканчиваю. Никакие суперструны я не буду обсуждать с вами, потому что это, я говорю, фантазии теоретиков. Вот. А я хочу ограничиться только тем, что мы достоверно знаем экспериментально. Большое спасибо за ваше внимание, за то, что вы приходили в течение этих 8 лекций. Надеюсь, вы будете возвращаться к этим лекциям неоднократно. Спасибо. Большое спасибо, Игорь, и за эту лекцию, и за все 8 лекций, за весь этот цикл. Это огромный труд, и мы очень признательны за то, что ты с нами поделился своими знаниями в такой доступной форме. Ну, давайте, пожалуйста, вопросы задавайте. Можно при помощи кнопки поднять руку, если не получается, попробуйте вслух вопрос задать. Да, Антон, пожалуйста, Должиков. Включите микрофон у себя. Алло, слышно? Да, теперь слышно. Да, наконец слышно, а то не мог включить мне организатор. Да, Игорь, я, к сожалению, только к последней вашей лекции подключился, но на Ютубе все успел просмотреть, что-то понял, что-то нет. Благодарен вам за огромный труд, который вы проделали, и вообще впечатлен объемом. Но у меня возникли некоторые, скажем так, вопросы. Я нигде не заметил про средства измерения времени. Я в том плане, что есть прямые и косвенные, условно говоря, измерения. Вот напрямую самый точный, скажем, способ измерения времени. Я имею в виду, допустим, процесс начался и закончился. И насколько точно мы можем его измерить самый минимальный? Так, ну смотрите, это вопрос такой довольно широкий, общий, да? Смотря к каким областям, ну, диапазоном времен он относится и каким процессам. Ага. Вот вы хотите про какой-то конкретный тип процессов узнать? Или вас интересует? Ну, вот просто вот йоктосекунды, я так понимаю, это уже косвенные оценки, то есть, условно говоря, мы там знаем расстояние, знаем скорость, и оттуда, ну, получается. Более того, йоктосекунды мы измеряем даже не по пролету частиц, а через соотношение определенности, через ширину резонансов. То есть мы видим ширину резонансов, и мы вычисляем отсюда время жизни. Да, а вот напрямую с помощью, допустим, атомных часов, которые... Вот, там... Смотрите, метод теней считается для вас напрямую или нет? Ну да, я думаю. То есть вот это вот этот предел на данный момент, который...
Не-не-не, подождите, я хочу понять просто, какого типа эксперимента вам подходит. Хорошо, а вот смотрите, эксперимент такого типа, что у вас подлетает ядро, да, сталкивается с более тяжелым, и они не успевают слиться, а только проворачиваются на четверть оборота и дальше разлетаются. Но за это время успевают изменить свой состав. То есть это как бы вращение ядер на одну четверть. Вот. При этом что вы детектируете экспериментально? Экспериментально вы детектируете угловое распределение продуктов реакции. Но просто вы видите, что начиная с какого-то угла у вас вот пошли продукты реакции. А до этого у вас было просто кулоновское рассеяние. И эта граница видна. Вот, и она связана с тем, что у вас цепляются друг за друга эти ядра или не цепляются? Ну, да. Вот это прямое или не прямое для вас? Ну, хорошо, да, я согласен. Все. А я не согласен. Нет. По-моему, это не сильно прямое время. Это тоже косвенно, понимаете? Но... Вот, ладно. Теперь, если говорить про, например, явление в атомах. Да, вот на прошлой лекции у меня были... я рассказывал про то, как там атомы на внутренних оболочках перестраиваются. Вот представьте себе там электрон, да? Вообще-то это квантовый пакет. Это не точка, да? И вот что значит мы начали процесс, мы запустили процесс и мы закончили процесс? Он никогда не запускается моментально. Это мы теоретически можем поставить, что это равно нулю, да, и запустить эволюцию волновой функции. А в эксперименте у вас всегда было некоторое начальное состояние, оно было стабильным, потом прилетает какой-нибудь рентгеновский фотон, он прилетает же тоже не точка, он прилетает со своим цугом каким-то, у него длина волны, во-первых, составляет несколько, ну, как минимум, ангстрем, а во-вторых, он сам по себе по длительности еще может несколько длин волн из себя представлять, да, и вот эта толпа прилетает, и она начинает как-то колыхать электронные оболочки. Электронные оболочки начинают колыхаться, и в какой-то момент одна из них вдруг оказывается сбоку, потому что она поглотила фотон. И все, теперь она уже высокоэнергетичный электрон, который начал куда-то распространяться. Понимаете, вот здесь непонятно, какой момент считать моментом начала процесса. Поэтому, увидите, никто не может точно прямо сказать, что вот процесс занял ровно столько времени. Просто потому, что мы не можем однозначным образом сказать момент начала и момент окончания. Ну вот это да. Вот. Да, но это, понимаете, не связано с техникой, это связано с тем, что надо по-другому описывать такие процессы. Скажем, есть тема, которую уже десятки лет люди муссируют в научной литературе, типа, сколько времени требуется частице для того, чтобы туннелировать через барьер? Ноль или не ноль? Если не ноль, то сколько? И вот каждые несколько лет возникают статьи, в которых чуть ли не революционно сообщается о том, что нет, мы пересмотрели взгляд на вещи, оказывается ноль. Или нет, мы пересмотрели и измерили, что не ноль. Я прям подробно за этими статьями не следил, я просто видел вот этот поток. Вот. Но я уверен, что во многом он объясняется тем, что у разных людей разное понятие, что значит время, с какого момента считать туннелирование, начало туннелирования, и когда окончить начало туннелирования, когда окончить туннелирование. Вот. Поэтому в квантовом мире, видите, поскольку у вас эволюция пакетов, вы никогда не можете абсолютно жестко сказать, что в этот момент процесс начался и в этот момент закончился. А раз такой точности нет, то вы и время это не можете измерить абсолютно точно. Максимум, что вы можете измерить, это эволюцию во времени. А вот эволюцию вы можете с разной точностью мерить, безусловно. Скажем, вы можете посчитать там корреляцию между волновыми пакетами, корреляцию между вылетом двух электронов из молекулы и так далее. Вот это время, пожалуйста, вы можете считать из зептосекундной точностью для атомов. Поэтому, видите, вопрос, на самом деле, он немножко расплывчатый, вот, и да. В нем много что спрятано. Такой жесткого ответа на него дать нельзя. Ну, все равно вы мне прояснили. А еще вопрос можно? Я просто, да, может, я скажем, я не такой хороший физик, как вы, может, вопрос будет глупый, но в научно-популярных источниках часто в последнее время был, ну, не шум, но вопрос вот про квантовую телепортацию и квантовую, ну, вот, запутанность. А может, вы проясните, там процессы происходят мгновенно или вообще к ним применимо понятие время? Ну, применимо понятие время, просто это не локальная система. Понимаете? То есть у вас в один и тот же момент времени система меняется, да, и она меняется сразу везде и там, и там. Вот. И поэтому возникают парадоксы, если попытаться жизненную логику применить к измерению времен таких процессов. Вообще телепортация, она не связана с мгновенным перемещением объектов. Телепортация, квантовая телепортация, это когда у вас нелокальная волновая функция переходит в другое состояние сразу, ну, в существенной области пространства. У вас физически ничего не перемещается, закон сохранения там, энергии и так далее,
энергоимпульсы и все такое, они запрещают перемещать вещество очень быстро, да? Вот, у вас перемещается там информация. То есть, если вы раньше не знали, в каком состоянии находится там фотон, там далеко, mm-hmm. то после измерения вы теперь знаете, в каком состоянии он там находится. То есть, вы заставили его сколлапсировать. Вот. Поэтому не надо как бы пытаться думать, что квантовая телепортация – это перемещение объектов. Это не перемещение объектов. Это информация. Да. Окей, и третий, последний, можно? Да. Вопрос, наверное, такой, дискретность. Я имею в виду здесь, смотрите, допустим, в температуре у нас есть пределы, там, минимальная 0 кельвинов, максимальная, там, планковская оценка, там, 10 в 34, если я ошибаюсь. А у времени есть нижняя и верхняя, ну, верхняя, наверное, это возраст Вселенной, допустим, а нижняя минимальная какая-то теоретическая. Ну, во-первых, верхняя может быть сколь угодно большой, да, все-таки есть ограничения на время жизни вот двойного бета-распада, там без нейтринного бета-распада, и они существенно больше, чем время жизни Вселенной, да, поэтому не надо ограничивать сверху время. А снизу, ну, мы можем тоже ввести планковское время, планковскую единицу времени, но это как бы чисто абстрактная вещь. Окей, мы понимаем, что на временах меньше планковского времени законы физики существенно изменятся. Ничего кроме этого мы сказать не можем. Теоретики, они, конечно, могут придумать какую-то теорию, которая приходит на смену обычной физики на таких мелких масштабах. Может быть, само время тогда дискретизируется, может быть, нет, мы не знаем. Но это все чисто абстрактные вещи, они к нам не относятся, потому что никакого эксперимента нет, который непосредственно бы мог измерить такие времена. Вот ниже 10-27 мы даже близко сейчас не спустимся. Да и вряд ли да подберемся, это понятно. Спасибо. Спасибо. Еще какие вопросы, товарищи? Там Антон сразу за все 8 лекций, да, поспрашивал? Ну да, у меня так оно довольно быстро, дня за 3, наверное, как-то кучей все посмотрел. Ну, я добавлю, что я просто, почему эти лекции читаю, потому что я параллельно пишу научно-популярную книжку про масштабы времен, и я надеюсь, в следующем году она закончится, и тогда там можно будет уже не торопясь почитать все это дело. И она будет интересна всем, не только там широкой публике, но я думаю, что и ученым тоже интересно будет. Успехов вам. Угу. Еще вопросы, товарищи? Игорь, у меня вот такой вопрос по поводу как раз этого слайда с методом теней. А на стабильных ядрах, которые долго живут, нет этого провала при пси равном нулю? Ну, там же нужно смотреть не просто провал, а провал относительно чего-то. Ну, сейчас вот на следующий слайд покажу. То есть есть разница, да, между провалом для тех, кто живет одну атосекунду или там очень мало времени. Там тоже есть провал, но просто он меньше. Вот. Если взять еще более стабильные ядра, ну, там тоже будет провал. Да. Но просто там все размажется по многим плоскостям. Вот. Поэтому нужно смотреть не просто на факт, есть провал или нет провала. Нужно смотреть на его глубину. Но если, скажем, ядро живет там не атосекунду, а 100 атосекунд, то оно успеет пролететь там, ну, несколько десятков кристаллографических плоскостей и распаться где-нибудь. Конечно, да, случайно оно может распаться внутри плоскости, да. Это тоже будет провал. Поэтому все замажется, безусловно. Ну, то есть смотри, если они живут в 100 раз больше, то тоже будет провал. И, но если мы этого не знаем, да, мы, глядя на этот провал, скажем, о, он живет тут... 100 раз меньше. Да. Ну, это как быть... с нейтринными осцилляциями, типа, все, если много осцилляционных пиков, то тогда все смазывается по разным причинам, и ничего толком не видно. А здесь это вот этот метод, который полезен именно для в районе одной атосекунды, когда мы вылетаем первый раз в межкристаллографическое пространство. Ну, не, у меня как раз вот вопрос про одну атосекунду. То есть, если мы с одной атосекунды ожидаем провал, допустим, на уровне 0,3, относительно выхода, а если там будет 100 атосекунд, то это, может быть, будет, я вот так сейчас гипотетически спрашиваю, 0,35. Смотри, значит, здесь есть еще такая степень свободы. Угол, под которым подлетает исходное ядро, вот как здесь нарисовано, да? Этот угол тоже можно варьировать, то есть можно ориентацию кристалла относительно оси пучка смотреть. И если у нас есть частица, которая вот пролетает всего лишь там расстояние порядка половинки, да, и распадается здесь, или если она пролетает, скажем, 5,5 кристаллографических плоскостей и распадается где-то там,
да, то для таких частиц у нас будет сильно отличаться зависимость вот уже от этого угла между осью пучка и кристаллографической плоскостью. Да, понятно. Да? Вот поэтому это тоже степень свободы, которую люди проверяют. Угу. Да, это хорошее объяснение. А еще, Игорь, у меня по поводу плазмы и глазмы вопрос. Давай туда тоже уйдем. Да, вот к этой картинке. Вот немножко непонятно, что является указанием на то, что коагуляционная плазма родилась. Вроде все твои рассуждения были одинаково хороши для вот второго рисунка с глазмой и для адронного газа. А вот что указывает на новую фазу коагуляционной плазмы? Ну да, про саму коагуляционную плазму я не говорил. Ну, есть несколько диагностических методов проверять, не просто проверять факт наличия коагуляционной плазмы, но и прямо измерять ее температуру и так далее. Например, это вылет GFC-мезонов или возбужденных мезонов из чермония. Дело в том, что если у нас есть вот GFC или там PC2S, который погружен в кварк-глионную плазму, в которой есть много кварков и глионов, да, то эти кварки и глионы со своими полями, они как бы ослабляют притяжение друг к другу C-антиC-кварка. И поэтому PC2S, он при определенной температуре диссоциирует просто. Он не образуется. Вот. А раз он не образуется, значит, он и не будет потом распадаться по своему, например, E плюс, E минус каналу. Вот. При низких температурах он образуется, он какое-то время живет, вылетает и распадается по E плюс и минус каналу. И вот что мы делаем? Мы просто измеряем выход E плюс и E минус пар из такого столкновения и смотрим на спектр в районе GFC или там PC2S системы. И смотрим, как с энергией зависит этот спектр. И видим, что начиная с определенной энергии у нас вот этот PC2S исчезает. Потому что просто он не успевает родиться. Он диссоциирует внутри кварк-глионной плазмы. Значит, там есть среда какая-то, которая заставляет его диссоциировать. Эта среда, именно среда, ну, со своими свободными кварками и глионами. Это не адронный газ. Потому что PC2S все-таки он живет, ну, как, мало живет. Поэтому если бы он родился, то тогда бы он частично бы распался на электрон-позитронную пару. Вот. Оказывается, он не успевает родиться, потому что кварки растаскиваются глионами. Да, ну а электрон-позитронные пары, они чем хороши? Тем, что они сильное взаимодействие не чувствуют, поэтому если они, даже они вылетели из глубины кварк-глионной плазмы, они спокойно долетят до нас. Но это вот один только метод диагностики кварк-глионной плазмы. Вообще их несколько есть. Вот. И на Большом адронном коллайдере, например, там много что изучалось. Ну, какие есть сегодня экспериментальные свидетельства? Ну, свидетельств много, то есть это уже доказанный факт. Свидетельства первые были еще на РИК в начале 2000-х, вот, и все, считается, что они там родили кварк-глионную плазму, а потом на Большом адронном коллайдере это все проверилось, вот, люди измерили там зависимость объема, температуры и плотности от центральности столкновений, измерили там время жизни и так далее, и так далее. В общем, сейчас мы уже измеряем свойства кварк-глионной плазмы, а не просто пытаемся проверить, есть она или нет. Она есть точно. Что не очень понятно, это возникает ли она при столкновении протона с ядром. Вот два ядра тяжелых, пожалуйста, возникает. А протон с ядром возникает или нет? Там тоже какие-то корреляции наблюдаются. Но эти корреляции непонятно, стоит ли интерпретировать в терминах кварк-глионной плазмы. Потому что для плазмы все-таки требуется не просто большое количество частиц с большой энергией. Нам нужно, чтобы возникла среда, то есть чтобы она термализовалась и изотропия какая-то появилась. И не совсем понятно, там возникает или нет. Это открытый вопрос. То есть для этого требуются, наверное, более низкие энергии, да, чтобы времена были побольше? Нет. Там вряд ли от энергии сильно зависит. Ну, конечно, при безумных энергиях там больше вероятность плазмы. Там скорее нужно за динамикой смотреть. Какие-то диагностические методы, которые более точно проверят наличие кварк-глионной плазмы. Понимаете, чем НИКа отличается от LHC, например? Вовсе, ну, не энергиями, но почему? Не потому, что там кварк-глионная плазма как бы более удобно рождается. Нет, она рождается удобнее на LHC. Но просто на LHC из-за того, что у вас энергия этих ядерных блинчиков огромная, у вас все валентные кварковые плотности пролетают друг сквозь друга.
И в середине, вот в этом объеме кварк-галеоновой плазмы, у нас свободных кварков или антикварков, свободных кварков, нескомпенсированных, почти не остается. То есть химический потенциал, то есть разница между кварками и антикварками в кварк-галеоновой плазме на LHC близок к нулю. Это совсем не то, что было в ранней Вселенной. В ранней Вселенной все-таки вещества горячего, ну, когда уже там все проаннигилировало, что надо, да, когда уже синтез, там кварков-то было намного больше, чем антикварков, да, и поэтому, если мы то вещество хотим изучать, нам нужно создать кварк-галеоновую плазму, в которой не просто дофига галеонов с огромными энергиями, а чтобы там еще был большой дисбаланс между кварками и антикварками. Вот Ника со своей меньшей энергией позволяет этим ядерным блинчикам не просто пролетать насквозь друг друга и улетать, да, а частично задерживаться. И вот эти задержавшиеся в середине нуклоны, они и дают ненулевой химпотенциал и дают другие условия для эволюции кварк-галеоновой плазмы. Вот в этом польза Ники по сравнению с LHC. Замечательно. А что нужно в Нике для этого измерять, чтобы это увидеть? И, собственно, что увидеть? Ну, это лучше к Нике вопросы. Я думаю, что у вас есть специально подкованные люди, которые умеют рассказывать про Нику. Зачем тебе будут? Хорошо, ладно. Так. Еще кто-нибудь созрел для вопросов? Все ли понятно? Ну, я больше не слышу. В таком случае, наверное, мы на этом закругляемся. Игорь, еще раз тебе огромное спасибо за твой труд и за то, что ты нам такой замечательный цикл лекций рассказал. Я рад.